Вообще, смотри, мы сделали остановку, чтобы сделать обзор вот этой Kia Sportage. Ой, да, здесь кто-то на лошади ездит. А я тут на Kia, а они здесь на лошади. К деньгам, это все к деньгам. Вот результат твоего труда. Здесь больше денег, чем мы могли бы потратить за 10 жизней. Давай, сейчас быстренько пройду по кругу вокруг меня. Ты заводись. Я завелась. Смотри, вот это вот наша Kia Sportage. 2022 год, 6 месяц сборочки. Что тебе еще? Ух ты, кузнечики прыгают. Вот так вот она выглядит. Достаточно тихо, аккуратненько. Расскажи, пожалуйста, как тебе ощущение вот езды в этой машине? То есть тебе понравился вот этот пластиковый руль? Да. Дешевый пластиковый руль тебе зашел. Он так легко крутится просто. Да. Ну, как для девочки очень круто. Глянь. Тут сенсорная, да? Вот, включить. Сделать тише. Класс. Не, правда, так. Просторная машинка, жалко, не хватает мне люка. Багажник. Что ты скажешь насчет багажника? Багажник огромнейший. Огромнейший. Лезет все, что можно, все, что не можно. Все, да. Что нужно и все, что не нужно. Вот такие вот у нас красивые диски. Теперь я хочу высказать свое мнение касательно вот этого вот Kia. В общем, что я хотел сказать про Kia. Машина как машина, мне не нравится ощущение вот этого вот пластикового руля, хотя в принципе он есть, присутствует. Немножко, не знаю, может быть, я привык уже к другим машинам, хотелось бы чуть-чуть, чтобы он больше был. Опять же, возможно, это ощущение только потому, что есть какой-то промежуток времени, когда я ездил на семитраке. На семитраке, сам понимаешь, руль побольше. Что еще? Да, мне нравится, конечно же, что сенсорный дисплейчик. Покажи, пожалуйста, дисплейчик. Мне нравится, что дисплей сенсорный, что можно здесь что-то понажимать, что-то потыкать, что-то посикать, не знаю. Мне нравится ощущение того, что чуть-чуть дешевенько. Но опять же, ты же понимаешь, это комплектация. Какую комплектацию мы ее взяли? Честно, не очень нравится, как машина себя чувствует. Нравится камера заднего вида. Хорошая съемочка, смотри, какая вот сзади пустыня. Аж миражит кидает. А, еще смотри, я сейчас надавлю на педаль газа. Машина... Ты знаешь, чуть-чуть не хватает ей мощи. Вот смотри, нажимаем педаль газа. Слышишь, как она рвет? И включилась красная лампочка Smart, типа это не умная езда. Но, несмотря на то, что она создала эти звуки, она не поехала быстрее, она просто кричит и не едет. Все. Вот это мое возмущение. А так в целом машина машиной. Немножко не то ощущение, не так держит дорогу, как хотелось бы. Хотелось бы больше электроники, типа датчики контроля полосы, датчики в зеркала, что справа-слева машинка.